baby bad life. Итак, на последний еще косик мы с вами делаем небольшой откат на левую ногу назад и руки отодвигаем от себя. Кто-то из ребят отодвигает вес сразу, кто-то одну дальше, другую ближе, но смысл движения не меняется. 5, 6, 7, 8. Дальше. Ноги мы шагаем на правую. Через круг у нас идет левая, мы шагаем на левую. Идем выпад на правую. Отсюда выходим пятку. Пам. Возвращаем. Пам. Возвращаем. Выступаем. Подставляем левую. И на левую уже падаем. Выбиваем правую, левую, правую. Встаем правой накрест назад. Выпад на левую. Пятка. Пятка. Ставим ногу. Подставляем правую. И здесь мальчики делают по очереди. Сначала центр выбрасывает одну ногу переднюю, а остальные пока стоят ровно. На счет два всех выбрасывают эту ногу и распрыгиваются в плие. Если мы берем центр, то он делает правая, левая, пам. Я буду рассматривать партию центровую. Еще раз собираем ноги. 5, 6, 7, 8. Раз. Поджимаем ноги под себя. При этом левая рука
лутом сбиваем что-то с ладони. То есть у нас будет 7, 8. Угу. Собираем этот песочек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Пам-пам. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Собираем эти два песочка. 5, 6, 7, 8. Раз. 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, 8. Раз. 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Раз. 2, и 3, и 4, 5, 6, 7, 8. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше. Спрыгнули. После прыжка мы сразу приземляемся на широкие колени, колени. И руки у нас вот в такое положение. Отсюда мы руки, сначала руки. Руки выдавливаем на левое бедро. Возвращаем сюда, выдавливаем на правое бедро. Кулаки собираем, давим на себя. После чего подтягиваем, дергаем плечами, подтягиваем руки снова к себе. И Лука стоит на центре, на счет и он руки сбрасывает. После этого повторяется еще раз эта часть. Влево, вправо. Но теперь кисти поворачиваем друг к другу и бьем вот этой тыльной стороной в сторону таза. Пам, пам, пам. Собираются руки. Еще раз. Руки были сюда, сюда, на себя. Сбросили и пам, пам, та, та, та. С ногами все просто. Пришли, прием. И тазовую косточку выдвигаем вперед. За счет этого колено будет немножко заворачиваться внутрь. Но мы делаем не вот так, а пам. То есть движение идет от бедра. И на бедро выдавливаются руки. Раз, два. И теперь просто таз выдавливаем вверх. Три, четыре. На четыре, на вот это четыре, все еще колени сидят. Четыре. И на и выпрямляются ноги. Сбрасываются руки. И снова плие. Раз, сюда, два, сюда. И удар опять в тазу. Пам, пам, пам. И когда мы раскрываем руки, выносим левую ногу перед собой. Пам. После этого слева левый шаг назад, справа левый шаг назад, левая, правая, левая, поставить. Еще раз. Были здесь. Левая, правая, левая, правая, левая, левая. Руки были здесь. По груди левая идет. Правая либо выбрасывается перед собой, кто-то заводит ее за голову, но акцент в эту сторону. Рука вылетает вперед, кого-то через плечо с разворотом, кого-то сразу через сторону. И на пиано вылетает на башак. Да, да. Здесь мы опускаем руку, опускаем голову, делаем шаг, и на второй счет голова поднимается. После этого момента снова распрыгиваемся в плие, руки снова идут сюда. Раз, два, и снова два удара. Та, та, та. Руки поднимаем, собираем кулаки, переносим вес на правую ногу и раскрываем руку медленно через сторону. Опускаемся, рисуем кружок, и на последний акцент. Сбрасываем руки, делаем поворот, и у меня идет перестроение выход на второй кубик. Собираем всю вторую часть. С прыжочка 7, 8. Раз, два, три, 4 и 5, 6, 7 и 8. Раз, два, три и 4 и 5. 6, 7 и 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Точка. Собираем полностью всю связку медленно по счету. 5, 6, 7, 8. Раз, два и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. 2 и 3.
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три и четыре и пять, шесть, семь и восемь и раз, два, три, четыре. Акцент, поворот, точка. Yeah.